качественная и надежная техника – это очень важно. Но за рулем самого надежного и качественного грузовика все равно находится водитель. И люди – это те, от кого в конечном итоге зависит и скорость доставки, и сохранность вашего груза. Поэтому сегодня мы с вами узнаем, кто же самый крутой дальнобойщик. Мы находимся на конкурсе водительского мастерства 2024, где будут выбирать самого лучшего и профессионального водителя. Это ежегодный конкурс, на который собираются водители из разных компаний для того, чтобы раз в году в Международный день дальнобойщика показать, на что они способны. Сотранс на конкурсе представляет наш водитель Константин Морочко. Костик, ты готов? Да. Сотранс, друзья, аплодируем, пожалуйста, Константину Морочко. Да, благодарим, поздравляем с лучшим результатом, поздравляем с победой. Это просто... Конкурс водительского мастерства – это не просто состязание дальнобойщиков, но и настоящий праздник для всей семьи. С огромным количеством зон для детей, батутами, теннисом, аквагримом. Здесь можно не только посостязаться в перетягивании фуры, растонтовке пола прицепа, но и увидеть экстремальное авто- и мотошоу, выступления кавер-группы и многое-многое другое. Всех поздравляем с днем дальнобойщика, всем не гвоздя, не жезла. Всех поздравляю. Быстрых выгрузок, хорошего настроения. Всем удачи на дорогах, счастья. Поздравляю с профессиональным праздником, день дальнобойщика. Традиционно проходит в последнюю субботу лета. В этом году это 31 августа. Если у вас вдруг не получилось посетить его на этот раз, то у вас будет еще один шанс ровно через год. А чтобы всегда оставаться в курсе новостей и не пропускать ни одного значимого события, подписывайтесь на наш канал. Втаскиваем главный приз!